Друзья, перед просмотром ролика хочу посоветовать вам канал моего друга, называется Кеймастер. Он знает, как выиграть в Кеймастер, снайпер, бульдозер, да и в любых автоматах с призами. Он уже выиграл деньги, телефоны, планшеты, вертолеты и кучу всяких призов. Научись у него выигрывать также. А еще он проводит розыгрыши крутых вертолетов. Ссылочка будет в описании. Всем привет, друзья, с вами ТНТ Фокс. Сегодня будет топ 25 петард, то есть 25 взрывов будет. Взял я очень много петард разных. Ну да, тут немного повторяется, но думаю, очень много. Как раз то, что нужно для видео. Так, вот такое местечко нашел. Хорошее. Буду бросать петарды поближе, чтобы вам было видно. Все просят ближе бросать. Что ж, так и буду. Так, начнем. Вот такая розочка. Отлично. Так, следующая петарда будет мощная. Thunder King. Отлично. Так, дальше взорвем петарду на два взрыва от золотого дракона. Вот такую с черепками. Очень классная, хорошо сделанная и взрывается всегда два раза. Так, отлично. Давайте бабочку запустим. Если она вообще полетит. Полетело. Так. Следующая петарда будет вот такой мячик, по-моему, от феерии. Не всегда взрывается, потому что фитиль очень пережатый в конце. Давайте попробуем. Взорвался. Так, следующая петарда будет очень хорошая. Мне всегда нравились эти петарды. Spanish Cracker 1. Вот такая маленькая. Никогда не смотрел, что там внутри. Просто гипс. Очень мощная. Всем советую покупать такие. Так, дальше петарда К04. Вот такая. Буду показывать поближе. Может, кто-то хочет посмотреть, как они выглядят, качественные или нет. Здесь всегда нужно вытягивать вот эту заглушку, поскольку тоже, видите, фитиль переломан, не всегда догорает. А так, думаю, сработает. Отлично. Так, следующая будет петарда P2001 Scream. Мне очень нравится дизайн такой, очень клевый. Кто видел это кино, напишите в комментарии название. Так, давайте тоже глянем, что здесь. Вот. Я думаю, там свистулька внутри. Ну что ж, давайте проверим. Отличная мощная петарда. Так, следующий будет вот такой мячик. Cracking Ball.
Также давайте покажу, что внутри, для тех, кто не знает. Здесь находятся маленькие трещащие вот такие звездки. Так, закрываем и поджигаем. Отлично. Так, дальше идет на очереди маленький треугольничек. Мощь. Кстати, все часто спрашивают, что в треугольниках. Это просто бумага и внутри флеш, ну и фитиль. Все, больше тут ничего нет. Я их люблю, потому что они взрываются и ничего у вас не отлетает. Никакие заглушки, просто взрыв. Поэтому мне они очень нравятся. И вам советую такие купить. Так, еще К03. Так, Корсар 3 на 2 взрыва. Так, взорвался один. Давайте еще один бросим. Так, этот сработал как нужно. Так, следующая петарда будет мощная К1000. Тоже такой массивный толстый корпус и хороший гипс. Петарда взрывается очень мощно. Так, давайте глянем, что с этой стороны. То же самое. Ну, качество есть качество. Очень мощная. Кто не покупал, покупайте. Так, дальше идет оса от фирмы Комета. Вот такая, с треском. Отлично. Так, дальше пойдет также розочка с треском от Феерии. Так, если тут не подведет фитиль, она будет очень мощная. Но с фитилями тут лажа. Просырели или что? Тоже не сегодня. Может, попробуем заменить фитиль как-нибудь. Я думаю, вряд ли. Давайте взорвем. Давайте, кстати, сравним сразу, пока тут остались Thunder King и К1000. Так, бросаем первый Thunder King. Отличный мощный взрыв. Теперь К1000. Ну что ж, ребята, теперь вы, думаю, точно должны знать, какая петарда была мощнее. Я стою близко к камере, я закрывал уши, не слышал. Но мне показалось, что вот К1000 было громче последнее. Напишите в комменты, как вы считаете. Так. Так, вот еще нашел розочку. Давайте попробуем с фитилем. Да, отличная розочка. Так, дальше пойдет вот такой мячик хейтеров. Кто согласен, ставьте лайки.
очень быстрый. Так, давайте еще бросим бабочку. Не сработало. Так, дальше еще пойдет Корсар 3 на 2 взрыва. Отличный. Следующий Корсар 4 с эффектом. Вот такой. Мне очень нравится здесь треск. Вот просто обожаю такие петарды, как Корсар 4. Вот именно этот с треском. Очень большой треск, потом дым очень классный. Задержка длинная, еще громкий взрыв. Обожаю такое. Так, давайте еще взрывем треугольник. Отлично. Так, теперь петарда К-22. По-моему, тут вспышка. Вот так выглядит. Довольно-таки мощный фитиль. Отлично. Так, теперь для мощности проверки сделаем тест, что мощнее, предыдущая петарда К-22 или П-2000 от Фиерии. Тоже со вспышкой. Ну, тут явно П-2000 лидирует. Так, ребятки. Остался у нас Блиц. Вот. И еще пачка Корсара первого от Золотого Дракона. Так, давайте запустим сперва Блиц. Правда, не знаю как. Ну, давайте здесь попробуем. Сейчас возьму штатив. Думаю, здесь его запустить. Первый раз Блиц взлетел очень высоко, ровно вверх. Даже не увидел куда. Но это отличные петарды. Так побаловаться. Так, осталась у нас пачка Корсара первого. Сейчас будем взрывать. Так, вот Корсар первый от Золотого Дракона. Так, сейчас вскроем. Так, не нужно писать в комментариях, что мы мусорим. Пленочки и все бумаги мы убираем за собой. Так, я уже в предыдущем видео показывал, как взрывать Корсар первый, покажу еще раз. Открываете пачку, делаете вот такой зазор и поджигаете. Так, сейчас мы, блин, установим их как-нибудь. Выпало немного. Так, поджигаем. Так, ребята, тут осталось несколько петард, не взорвавшихся. Давайте их повзрываем. Так. Буду бросать туда.
сюда на дорогу. Что ж, ребятки, на этом видео заканчивается. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на второй канал, там тоже будут выходить интересные новые ролики. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч. А также сейчас здесь будут 4 видео, может, вы из них не видели еще. Так что заходите, смотрите. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч.